денег для школы-интернат номер 5 и солнечных детей был действительно щедрый. Настоящий пират вместе с дружелюбными питомцами пришли в гости на праздник к этим ребятам. Благотворительная акция призывает поддерживать людей, которые нуждаются в помощи. От Калининграда до Камчатки в нашей стране провели благотворительные мероприятия. И на сайте «Щедрого вторника» уже зарегистрировалось около 600 партнеров из 100 городов. Сегодня мир поворачивается лицом к детям. У нас в стране большое внимание оказывают как обычным детям, так и детям с особенностями развития. Мы это как никто другой ощущаем и просто счастливы, что мы являемся частью нашего социума. Что понравилось? Классно. А тебе? Yes. А пират понравился? Да. Да, и я. Ура! Что тебе больше всего понравилось? Все. Также ребятам показали мультфильм про суперчеловека. Ведь каждый ребенок способен совершить великие поступки и стать настоящим супергероем. Я знаю то, что они в душе своей, они тоже хотят быть супергероями. Поэтому пусть это будет для них еще одним напоминанием того, что они суперлюди, то, что они могут преодолевать свои трудности. На самом деле такие мероприятия нужны. Это не наше закрытое общество. Это где обычные люди ходят, да? А мы хотим к ним поближе быть всегда, чтобы они обращали нас на внимание, дарили свои улыбки и не тыкали на нас пальчиками. Я думаю, что это необходимо для нашего города. Международная кампания «Щедрый вторник» проходит с 2012 года. К этой акции присоединилось уже более 300 тысяч участников с разных стран мира. Екатерина Роженко, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.